Говорят, наша жизнь состоит из белых и черных полос. Я не помню, кто первым все это произнес, но у меня тут родился вопрос. А что, если это неправда? Что, если наша жизнь – это большая награда? И тот, кто до понимания этого не дорос, значит, ему и не надо. Я знаю, что каждый имеет свой путь. И этот же каждый может с него свернуть и будет сворачивать. Будет себя растрачивать и всячески убивать. Но это не значит, что кто-то имеет право тебя поучать. Чужой совет, как непрошенный гость, как застрявшая в горле кость, раздражает тебя и злит. И на самом-то деле каждый из нас то, что видит в себе, о том и говорит, о том, что у него болит. Даже если этот недуг мастерски скрыт от него самого. И вроде бы все понятно, но как часто мы не замечаем главного. Забываем любить, прощать, быть терпимее и все это совмещать. И чтобы закончить свой монолог, добавлю еще пару строк о том, как каждый из нас бывает к себе жесток, слишком строг, и не умеет прощать ошибки ни другим, ни себе. Не может забыть, а дело лишь только в твоей голове, что мешает спокойно жить.